Hello guys, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру по названию Cube Express Case 23. Так, в прошлой серии мы, короче, с вами разобрались с этой вот странной книжной полкой. Здесь у нас пароль. Пароль у нас является вот этой херью. Сейчас, где она? Вот с этой доской. Но сначала мне нужно еще найти единицу. И я считаю, что может быть на трупе, как вариант. Да, мы ее раздели. Ага, единица, хорошо. И что она мне дает? Первый мой вариант. Это книга с сожжением. Только где я ее видел? Нужно теперь это вспомнить. Вот здесь она? Нет, это где-то. На столе нет. А, она же у меня вот здесь. Так, вот книга с сожжением. Это типа нужно здесь сжигать. Вот видите, можно сжигать. Так, окей, я могу обратно сделать и открыть ее снова. Так, здесь. Ох ты ж, ё-моё. Я понял, к чему было то сожжение. Так, делаем вот что, смотрите. Я могу потом вернуть обратно, да? Нет? Серьезно? Тогда. А, что мне нужно сжечь? Первое. Куб. Дайте сигару. Так, куб. Это кружочек с точкой. Потом был дом изображен. Это S. Хата или дом, это S. Потом был нарисован глаз левый, если не ошибаюсь. Это правый. Квадрат. Так. Равно квадратик. Так, и последний я не помню. Я помню, квадрат был. Дом. А, рука. И руку нужно сжечь. Черт, постоянно бегать туда-сюда. Так, руку. Эту руку. Либо бабочка, либо треугольник. Окей. И рука равно треугольник. Пускай будет этот. И зарисую бабочку на всякий случай. Хорошо. Теперь мы идем с вами к сейфу. Пытаемся открыть сейф. Только зачем мне сейф, если мне нужен этот? Так, полка. Первое, это у нас куб был. Там у нас был круг с точкой. Так, второй, это у нас было хер, я не помню уже. Вспоминай. И глаз. Если не ошибаюсь, глаз. В глазе у нас был квадрат. А потом рука была, и потом дом. Рука это у нас так, либо треугольничек вниз. Где он? Либо бабочка. И последний, четвертый, это S. Так, S, S. Вот. Ничего, хорошо. Смотрим. Черт, не туда. Где у меня записки? Так, сначала куб, это один, рука два, три дом и четыре глаз. Хорошо. Ага. Так. Значит, первое, это око. Тык-тык-тык-тык. Ага, второе, это треугольничек вниз. Третье S. Так. S, S, S. И четвертый куб. Ну, правильно. Бабочка тогда.
Так, стоять. Фу, первое было куб. Это глаз. Второе это рука. Третье это дом. Четвертый правый глаз. Открываем. Открываем. Поехали. Сначала дом. Это S. Глаз. Рука. Либо это рука. И куб. Развернем. Хорошо. Куб, глаз. Либо вот этот домик может быть. Как вариант. Тогда все меняется. Тогда у нас будет не S, а может быть, допустим, прицел. Так, окей. Где мой пароль? Первый круг с лазом. Это по-любому. Второе, треугольничек вниз. Третье, это прицел. Вот такой вот. И четвертый куб. Есть. Так, пароль. Ой, это помните, вот то, что было зарисовано? Это вот он и есть. 3, 5, 5. Вот в газете был. Так, это не отсюда все-таки. Это все-таки номер телефона. Так, хорошо. 0. Так, а как мне? 0. Так, 2. 4. 3. 5. Hello. Hello. Привет. Здравствуйте, это детектив Дейл Вандермилл. Yes. Да? Да, это я. Извините, это Расти Лейк? Yes. А, World. Мир. Это мир. Взгляни на мир. Я не знаю, о каком мире идет речь или что. И что это, блядь, было? Тебе нужно first что-то сделать. Я уже позвонил, придурку. Либо то был этот. Ага, у меня уже все открыто. У меня есть мухи. И фейт какой-то, чертов. Что мне делать, я не пойму. Ладно, может что-то в кактусе. Нет. В кактусе ничего нет. С этой тоже херью ничего нет. Позвонить еще раз, как вариант. А ну стоять. Что? А ну-ка. Расти Лейк. Звоним еще раз. 0 0 24. 5 5. Hello. Да, здорово, я тебе уже говорил. Yes. Мне нужен пароль. Or... А, серьезно? I'm sorry. Я извиняюсь. Your flash is already missing. Вы и правду. Типа, подождите, плиз, пожалуйста.
Какие-то звезды. Что за дерьмо произошло? Что-то изменило? Ой, блядь! Мне нужно наверх, да, посмотреть? Так. И что вы? Пароль? Опа. 1, 4, 2, 1. Все, thanks. Butterfly. 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 Поехали. 1. Так, 4. 2, 1. Так, письмо. Какие-то фотографии. Ух ты ж, ё-моё, это только первый уровень из 4. Да, ребята, мы с вами будем долго детективами. Фух. Типа, ну короче. Если хотите, можете читать, остановите. На паузу. Я просто, знаешь, так, лето 1972 год. Мой офис. Это я выгляжу, типа, усталым. Так, хорошо. Какой-то офис. Мент. Заключенный. Какая-то херь. Телеканал. Лист, хорошо. Кофе. Решетка. Мне нужна отвертка. Здесь просвечиваются фотографии. Так, нужно чем-то вытереть. Будет этот мне. Стол свой. Так, карта. Карта. Опасная бритва. Сразу сверху. Сверху нихер. Так, тихо-тихо-тихо. Начал крутиться. Похоже, ничего. Так, что у меня есть в столе? Маркер. Еще кусок карты, да? Дай карту. А, нам, короче, пароль. Так, стакан я не могу взять. Да? Не могу, ладно. Ты-ты-ты-ты-ты. Все, я напечатал. Опа. Могу я рисовать здесь? Хорошо, пока что не могу. Так, кусочки листочка. Короче, один старый мужчина. Walked the like. The operation is the mill, the times. Stop it. Номер. Номер лейка. Расти лейка. Так, сначала стопы. Кофейничек. С водой. Так, сюда кофейничек ставим. Что теперь делаем? Включаем. Ох, я, короче, понял, что здесь я тоже буду долго заморачиваться, потому что мне уже предметов. Нужно будет вентилятор, вентиляцию открыть. Давайте, короче, открою сразу. Шик. 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 О, кошатина. Привет.
упасть. Теперь можно переставлять вещи. Ничего себе. Вот это... Она вот... Что-то новенькое, рели. Фу, ладно, давайте, короче, на этом закончим. Офисные дела продолжим в следующей серии. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Пока. До новых приключений в офисе. Adios. Adios.